Здесь у нас есть с микротравами. Кобин получил травму вчера на тренировке серьезную, так что я думаю, что 2 недели он пропустит. Пшеничный, то, что получил в домашней игре травму, тоже пропустит. И Дишленкевич. Вот эти 3 человека у нас не полетели, у них травмы. У нас у Жажи микротравма, у Гуменюка, у Красноперова. Так что, ну, то, что есть, то есть, то имеем, что имеем. Будем думать, сейчас посмотрю, кто как себя чувствует, будем разговаривать. Еще сегодня время есть, завтра время есть. Кто будет увереннее себя чувствовать, это будет играть. You got it, your body's like a narcotic. The thought is autoerotic. Come on and break it on down. Can I get it on credit against your brick house? I bet it. Take it as far as you let it. Come on and break it on down. Команда хорошая, очень хорошо играет в контратаке, так что будет очень тяжелая игра. Последние игры команда набирает. Хорошая у них линия полузащиты. Я думаю, что завтра будет очень сложная игра у нас.